Для приготовления нам понадобятся креветки, сливки, молоко, картофель, сливочное масло, лук, перец, соль и лавровый лист. Креветки я взяла королевские. Приступаем к приготовлению. Нарезаем лук на мелкий кубик. Картофель нарезаем на крупные бруски. Кладем масло сливочное, что растопилось. На нем мы будем обжаривать лук. Туда же добавляем нарезанный картофель. Овощи немного протомились, теперь добавляем молоко. Отдельно нам нужно отварить креветки. Обильно солим и добавляем лавровый лист. В суп добавляем черный молотый перец, соль. Теперь нам нужно это все взбить погружным блендером. Далее опять отправляем на плиту и добавляем сливки. Креветки у нас готовы, теперь мы их очищаем. Обязательно очищаем тут. Вот такой у нас получился наваристый густой суп-пюре. Сверху выкладываем отварные креветки. Могу с уверенностью сказать, что этот суп понравится абсолютно каждому. Детки от него просто в восторге. Теперь добавляем зелень и сухарики. Прям настоятельно рекомендую приготовить этот суп-пюре. Приятного вам аппетита!